вами Илья Терентьев, бронзовый призер в метании молота чемпионата мира среди юниоров. Представляет Россию. Расскажи, доволен ли ты медалью и доволен ли ты показанным результатом? Медалью, конечно, доволен. Результатом не очень, не реализовался. Сделал только одну попытку, к сожалению. Все далекие заступил, очень много недочетов технических было. Но ничего уже не изменишь.